ебаный остался. Я думаю, его кто-то завязал уже, блядь. Макс, ты... Да. Макс. Давай вот это. Кого? Ну, ты на меня смотришь, уебок. Да ты кто, блядь? Ты? Макс, за 100 долларов выпьешь стакан сквирта Миланы и Лени, скажем. Ой, иди нахуй просто, что ты несешь, что ты донатишь, какой стакан сквирта, блядь? Я готов. О. А у нас все добавлено? Купить. Да. Соль. Она КСТА, фазмофобия, новый призрак, Shadow и Blan. Мне сказали КСТА, фазмофобия, новый призрак, Shadow и Blan. Начинка для гроба. Привет, Максюш. Вот, Лер, ты мне темно? Очень понравился. Спасибо. Отлежишь мне меньше, чем три, шучу. Иди нахуй, сын твари ебаный, пиздил ногами твою внебрачную бабушку хуесос. Охуел бабушку, не трогай, блядь, гондон да. Ебаный. Бабушка при чем здесь? Что ты донатишь у ебан? Слышно меня, слышно, друзья? Да, слышно. Да. Да. Смотрите, как понять, что я из Питера? Соль есть, возьми. О, Ром, тут соль. Ром, меня слышно? Да, ты руку должен был взять. Меня слышно? Вот так вот, да, слышно. Вот так вот я. Ром, бери соль. Положили. Думскую, ребят. Убери чек, который лежит на твоей майке. Глаза режет. На джи. Чё, какой чек, блять? Макс, ты только куда-то в другое место говорил. Какое другое место, Рамусь? Все, пошлите. О, нормально. У тебя микрофон сладкий будто. Да. Не. Я не буду брать соль, блядь! Где градусник? Положили его в гроб. Хуй уперся в потал. Будешь. Да нет, кто соль спиздил? Тебя найдем. О, соль. Соль спиздил, хуй знает. А что еще взять? А, вот это. Нахуй соль. Вот эта хуйня. Найс, повторяю, Шюль. Блять, ставлю свое дырявое! Идите на шашлыки, и все будет радоваться. Макс, сзади, 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 сзади! Приедут на закопают тебя в этом лесу и выебут Юлю в двух стволах, и потом пойдут... Боже, иди нахуй, никого не выебут. Я ставлю свое очко, что меня сейчас ебанут первым, смотрите. Холли, а нет, Джей. Дай мне знак. Дай, да, Холли Кларк, Холли Щит, Холли Кларк, дай мне знак. Дай мне знак. Если у тебя мама проститутка, не давай знак. Если мама не проститутка, дай мне знак. Холли, Холли Щит, Холли Кларк. Hello, everybody dance. Какое ты яйцо съела, блядь? Чё? У меня черемяка чел, когда я его подбираю. Вон еще яйцо. А я тоже яйцо съел. Холли Щит, Холли Кларк, дай... А что тут дверь открыта? Наверное, честь Пасхи. Дай... Пошла доску Уиджи. Дай мне знак. Дай мне... Яйца пасхальные. Алло, а ты где на доске Уиджи? На вот ребят, у меня минус температура, минус температура. Где Рамусь, где Рамусь, я иду. Вот тут, она тут проститутка. Опа. А нету тут не пихать. Дай мне знак, прояви себя. Ну, у меня минус температура была. Минус 2,9, минус 2,9. Холли Кларк. Минус 4,1. У меня 2,4, алло, ты пизди, у меня счет 0. Ты долбоёб. Холодно. Дай мне знак, дай мне знак, дай мне знак, дай мне знак, дай мне знак. Холли Кларк, дай мне знак. Минус 5. Холли Кларк. Ёбаный в рот. Проститутка. Минус 5,4, слушай, это... Чё ты меня закрыл? Ой, она в душ включила! А кого пикает? Она у тебя включила? Да. Холли Кларк, ты меня слышишь? Она тут! Холли Кларк, привет! Да, она тут! Холли... Девочки, у нас на втором этаже. Нахуй ты соль рассыпаешь? Холли Кларк, ты меня слышишь? Так у нас задача... Холли Кларк, ты меня слышишь? На... О, соль, да. Привет, Холли люблю Кларк, тебя смотреть слышишь? Самый лучший стример. Спасибо. Сын шлюхи подсобной. Грязной невоспитанной бабушки.
Нахуя ты бабушку мою трогаешь, блять? Она здесь ни при чем, уебан. А бабушка-то при чем? Я не понимаю. Ой, Ром, а Макс, поговоришь с ней по доске выдержи? Да, где она? А, на входе я фотик хочу взять, запечатлеть, так скажем. Генератор включен? Так он включен, генератор. Должен рядом ЕМП положить. Слышь? Рядом с доской. Максюш, привет. Привет. Очень жаль, что тебя скоро не станет. Ой, долбоёб, где? Эх, до слез обидно. Что ИМП рядом лучше. Положи, включённая. Будешь смотреть с небес, как Юльку кто-то другой трахает. Дай поговорю. Да, бери. А как её зовут? Олли Кларк. Тебе надо включить доску только. Как? Ну, положить на пол и нажать там ЛКМ или что-то, я не помню. А почему здесь, а не там, где она? Холли Кларк, сколько тебе лет? Она атаку начнет слишком быстро оттуда. Тебе надо положить на пол из пола, а не в руках общаться. А как? Холли Кларк, сколько тебе лет? Привет, Холли Кларк. Холли Кларк, ты меня слышишь? Холли Кларк, у тебя мама... Холли Кларк, у тебя мама проститутка? Она начала общаться. Ну, походу, проститутка. Она спросила, мама проститутка, и она убрала этот значок. Goodbye, Холли Кларк. Бля, как страшно. Холли Кларк, привет. Как дела? Холли Кларк, где твоя любимая комната? Дай поговорю. О, пишет. Два один. Ей 21. Это сколько ей лет? Что? Ей 21. Холли Кларк, ты меня слышишь? Бля, как мурашки хуярят. Она сказала! Чего? Реально? А, уебан Рома. Холли Кларк, ты жива? Я предлагаю создать петицию, чтобы тебя добавили в Facebook. Холли Кларк, у тебя есть мама? Когда ты умрешь, а ловить тебя будут на маленьких девочек с мефом в карманах и на поношенные каблуки. Опа. Пизда. Разъебало. Максим, атака. Ты крутой. Спасибо за стримы. А, помогите, спасибо, я не хочу умирать, то, пожалуйста. Максим, ты соперника. Тут? Я не хочу Юлька, умирать, скоро Макс. Будет моя. Макс, я не хочу будешь умирать, друзья, помогите. Будешь смотреть, как базука трахает Юльку под хвостик. Иди нахуй! В лесах то некого ебать. Обидно, да? Донаты выключены. Кого-то убили, блядь. Лерончик ебанули. Да, Лерон ебанули. О, яичко. Ух, повезло. По-моему, Текстичер умер. Это Лера. Лерончик, да, умер. У нас у всех рассудок 20%, надо выбить таблы. Таблы это мое. Хуяк? Опа, вкинулся. Подожди, а какие у нас есть улики? Отпечатки рук и минусовая температура. А, и мы видели его, да? Отпечатки рук, минусовая температура. Это похуй. Демон Ханту, Мимик Джин. Надо, она говорит по радиоприемнику? Нет, не говорила, надо блокнот взять. Возьмите кто-то фотик, надо еще отпечатки найти. А уже ладно, нам ребят. Дали за отпечатки, деньги больше не дадут. А, дали? Да, сколько яиц-то разбросано? Сейчас, погодите, надо это... Я блокнот взял. Давай. Я взяла камеру и что-то еще. Да откройся нахуй. Она в ванной? Напиши что-то в блокноте, если ты меня слышишь. Напиши что-то в блокноте, если ты меня слышишь. Напиши что-то в блокноте. Напиши что-то в блокноте, если ты меня слышишь. Сколько ЕМП? Три. Да, блокноты есть. Напиши что-то в блокноте, если ты меня слышишь. Надо еще умывальник. О, она дергает дверь постоянно. Умывальник еще сфоткать, тоже бабки дадут. Поищу фотик, пойду.
Не хватает третьей улики, надо... Так, котик нашла. Два с ним. Какие чаты? Какую еще улику взять? Алло. Крест, нет, это хуйня. Хуйня. Может, по радиоприемнику с ним поговорить? Какой меф? Следы? Нет, следы нашли. Температура... Пизда. Кто? F. Макс смотрел твою игру на Брисенту, ебанутый ёжик? Чё? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили Ромчика. Как её зовут ещё раз? Ну, это не стали обязательно. Её зовут Холли Кларк. Холли Кларк, ты меня слышишь? Холли... У нас с тобой по 20 интеллекта этого, так скажем. А, так и началась. Уебан. Нет. Нет. Вот и помер дед Максим. Только хуй остался с ним. Макс, где? Открыто. Фу, блядь, да, я здесь. Походу... Да хватит ботинком кидаться, блядь. Там, короче, она не разговаривает, если что. Уверен? Да-да-да. А ты куда? Взять что-то еще. Какие у нас улики остались? Чат, всем привет, я новенький, я очень ранимый, замкнутый себе человек. Я плохо лажу с людьми и люблю... Лазер мы еще не поставили. Лазер надо поставить. Огонька в ванной не вижу, да, надо поставить. Алло, пару слов можно ваших комментариев, блять? Меня не слышно, что ли? Ну пошли лазерный поставим, пошли. Поставишь, а я возьму это благовоние, чтобы отпугнуть, если будет нападение. Где у меня фонарик? Пойдем. Возможно, это что-то умрет. Прочитал, умрет мама. Сможешь считать, что? Да-да-да, Ром. Да-да, Юрек. Только шифт сразу не трать, сейчас там не надо, если тебя побежать. Да, она атакует. Ну заебала проститутка, отставь меня в покое, нахуй. А за что банят? Алло? Она еще охотится. Да кто ботинками кидает с туфлями, нахуй? Что долгая атака. А как понять, что она кончилась? Может быть, кончилась. Пошли проверим. Блять, я испугалась. Ебать, жопа Лерон стоит, нахуй.
Ой, не надо, 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 не надо. Хуем грядки поливал, он здоровенный был мужчина, парируй. Что-то я умер. Блядь! Лох ёбаный, блядь. Так. Чё у меня осталось? Запись в блокноте нет. Вычеркиваем. Радиоприемник нет. Призрачный огонек нет. Это джин. Ставлю свое очко, что это джин. Читаем призрака. Главное. Общее. Общее. Снимки. Улики. Призраки. Джин. Джин. Джин призрак ревниво относящий к своей территории, атакующий в случае опасности. Известно, что джин могут перемещаться с высокой скоростью. Особо джин будет перемещаться быстрее, если жертва находится далеко. Слабую сторону в отсутствии электричества джин не может использовать свое умение. Так, ЕМП, отпечатки рук, минусовая температура. Сука, блять, ЕМП не было нахуй. Блять. Так. Ханту либо мимик. Мимик. Мы не знаем, на что способен призрак. Будьте осторожны. Заебись. Ханту. На холоде ханту можно передвигаться быстрее. Ханту будет двигаться медленнее, когда в помещении тепло. Призрачный огонек. Юля скажет, что нет. Мимик. Я ставлю очко, что это мимик. Радио было? Радио не было. Да не было, это Рома сказал в радио, нахуй. Ребят, поставили? Да, да, да. Кого поставили? А мы тебе не скажем, мы умерли. Мы духи. Я поставил мимика. Поставьте все. Не, я другое поставил. Ну ладно, а кого ты поставил? А не скажу. Ну я тоже мимика поставила, похуй, давай. Они поставили ханту. Пожалуйста, блядь, я... Моё очко не можешь меня подвести. Пожалуйста. Изи. Хорошо. Подвело. Ну я же хотел ханту, блядь! Ха. Открыто профессионал, это что? Ты можешь создавать лобби на профессионале. А подождите, а мы... Ебать, откуда у меня 41 уровень? Юль... Добавить. Юля, блядь, это... У меня 15, нихуя Юля, ты Юль наиграла, вообще ебанулась. Чай, я куплю, купить. Что надо купить? Скажи. Что надо купить? Нет. Чего надо можете купить? Я пиздец задрот в игру, если не заметили. Ну, чего у нас конкретно не хватает? Говори, я буду покупать. Ну, возьми там лазерный трейдер, я... $1200 выводи! Спасибо, Юля, я успеваю, блядь. Ну, все, вот это... Купил соль. В снаряжениях, что находится, все, бери. Чё я возьму... Чё надо еще купить? Блять, таблетки еще купи, Макс. Чё ты кричишь-то? Я положил таблетки нам. Успокоительные, 4 штуки. Заны, заны, заны. Чё? Кого? Кого? Чё такое заны? Проверяй по выключателю света. Если можешь включить, значит атака началась. А, закончилась? Он... Понял. Кого купить, Юль? Я все добавил. Добавь в ром тоже, что купил, я посмотрю, чего не хватает. Добавил. Так у нас все есть. Прям мы на профессионале? Да. Ладно. ДС громче, надо ДС громче? Я могу ДС громче сделать. Ну, вроде все есть. Я готов. Я готов. И я готов. Ну, я чуть громче сделал, поехали, я тоже готов. Давайте. Поставка выехала, курьер через 20 минут будет, блядь. Какая поставка, блядь?
Так. Алло. Алло. Определите призрака, сфотографируй призрака, достичь среднего рассудка ниже 25%, стоит призрак при помощи распятия. Кари Ли, Кари Ли, а, Гарри Ли, Гарри Ли. Гарри Ли. Герыч? Гарри Ли. Мне нравятся яички цветные собирать, они повсюду. А нахуя их собирать вообще? Не знаю, просто какая-то бонуска. Я думала, может, ачивку с ними дадут, но нет. Макс. Да. Макс. Да, да, да. Сука, все термометры и МП попиздили у ебаных. Солевой? Да, призрак у нас солевой. Гарри Ли. Ебать, что за закладки здесь лежат? Гарри Ли, ты меня... У меня! Помогите! Где? О. Что, почему у тебя? У меня МП 3, блядь. Включите генератор. Включите генератор. Я не умею. В подвале находится. Или в гараже. Температуру чекни, сейчас чекну. Блядь, а тут гараж, где? Брали, поменяли гараж, где? А вот. Нет, температуры нет, отрицательный. Включила генератор. Нужно в шкафах из-за змеи прятаться, остальное не поможет, понял. А яички у всех, типа, ну, одни на всех, типа, если... Да, одни на всех, да. Ну, я собрала штучек 6-7. Короче, где-то 1 градус температуры, вот 1-1. Он так... А где генератор, блядь? Юль, ты в Дискорде еще разговариваешь. Ой, 14 градусов был. Он перемещает. А, кстати, Юля не слышно вроде. Юля? Да, я знаю. Блядь, я на центре разговариваю. О, да, я знаю. Ебать, что совпало так жестко, типа, что ты разговариваешь в Дискорде, думаешь, что на правильную кнопку жмешь. Да, и он его бочит. А я понял, ага. О, ебать. Гарри Ли, ты меня слышишь? Дай мне знак. ЕМП. Гарри Ли, дай. У кого ЕМП? У кого? У кого-то ЕМП сработал, у тебя? Нет, у меня не сработал. 5 градусов только что было. Гарри Ли, дай. О, вот тут! Гарри Ли. Он заебал ходить, блять. 0,2 градуса. 0,2. Гарри Ли, да. Минусовой нет, нет. Минусовой не факт, что будет, конечно. Будет, будет, я сейчас свою. Гарри Ли, да, я знаю. Блять, ты нахуй орешь, испугал меня, блять. Герыч, ну, он здесь, знак. Он в этой комнате. Вот в этой? Да, там... Нет, Макс, не в этой. Ну-ка. Пойду отпечатки пальцев чекну. На ЕМП похуй, у нас ЕМП есть. Возьму блокнотик, блять. Вот и помердит Максим пупури-рури-рури-ру. Он на Рому надышал. ЕМП-4, фу, ебать у него изо рта воняет, конечно. Гарри Ли, дай мне знак, Гарри Ли. Гарри Ли, Гарри Ли. Отпечатки, 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 сфоткайте. Слышишь, напиши. Чик-чик, сфоткал. Чик-чик. Найс. Вот отпечатки. Нету. Так подними, ну, на чат, Макса... засчитала фотку. А, засчитала все. Гарри Ли, Гарри Ли, напиши что-нибудь в блокнот. Гарри Ли, распишись на предмет. А он ходит вроде. Что вы пишете, я гей? Гей общий сбор в чате, блять. Так, что еще взять? Радиоприемник. Он какой-то слабый, он вообще не атакует. Так у нас у всех рассудок высокий. Гарри Ли, ты меня слышишь? Гарри Ли, сколько тебе лет? А как он выглядит? Он ответил. Иди нахуй, Гарри Ли, хуесос, блять.
Я бы сказал, кто он нахуй. Улики. Радиоприемник. Отпечатки рук. Осталось третью улику найти, если что. Отпечатки рук есть. Гарри Ли, дай мне знак. Юля, а я увижу по лазерному проектору, как он пройдет? А почему треть? Иногда через камеру только видно лазерный отпечатки проектор. Отпечатки рук и, этот, и радиоприемники. Алло. Да. Гарри Ли, дай мне знак. А проклятый предмет, это может быть либо старое круглое зеркало на полу стоит. А есть ЕМП, есть ЕМП. Либо шкатулка музыкальная есть, маленькая. Есть. Надо поискать. ЕМП было 4 максимальное пока что. Что еще можно будет? Запись в блокноте нет, ЕМП нет, а, лазерный и... пока ХЗ, призрачный огонек. Надо... Юль, там нет призрачного огонька, дай мне камеру. Она там стоит, на стене справа. Нихуя себе. На меня надышали. Сука, шизик. Гарри Ли, прояви себя. Гарри Ли, прояви себя. А, да, доска Уиджи, во. Дай, надо пофоткать тебя, подожди. Гарри Ли, ты лох, ебан, или чё? Дай знак. Гарри Ли, мне похуй, дай мне знак, лох. Вы не видели тут мою камеру? Лошара, ты где? Я её положил. Ой, ты тут, рядом. Гарри Ли, а ты здесь второй этаж? Не. Кого-то уебало. Ромка довыебывался, блядь. А, не, я живу. А, Лерон ее уебали! Лерон. Ромка, блядь, этот, нормально. А где тоска Уиджи? Ой, я нашел, я нашел. Я что-то нашел, подобрал. Посмотри. Кого? Под кровать какую-то хуйню подобрал. Торчало едва. Ну, скинь ее. Это просто предмет интерьера. Я не могу. Нет, 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 я подобрал, именно оно ушло в инвентарь. Ну, полистай, полистай. Нет, это косточка. Косточка какая-то. Ну да, 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 что-то вроде косточки. Нет, ну не меня, пожалуйста, пожалуйста. Слышишь, Юль? Чё у меня всё в паутине какой-то будет? Не знаю. Обновление, может, какое-то было. Весь дом как будто в паутине какой-то был. Видимо, для, так, антуража. А что она не закрывается, нахуй? Вот так и закончилось. Это фейк, фейк проявление. Он очень долго в коридоре стоит. Есть фотик? Все, он ушел. Блять, у меня фотика не было. Надо было его сфоткать. У нас задание сфоткать. Кто тут, блять, молчит? В шкафу? Я, блять, я, Юль, в шкафу сижу, молчу, блять. Блять, а фотика у тебя не было? Не было, нахуй. Вот фотик. Ой, нам надо выпить. Таблетки хуяк. Оп. Какую нам еще осталось хуйню набыть? Третью. Что мы... Кром сдох уже, блядь. Крома убили, по-моему. А, нет. Ходит, ходит там, чувырла. Вот прикольно, если через дверь он нам ебет. Открывай нахуй. Открывай, открывай. Рома что-то живой, дохуя. Не, я думаю, он сдох уже. Не, не. Точно живой. Ром, ты жив? О, крест сгорел. Знаю, Рому сейчас выскочит и заорет.
Еблан, блядь. Иди выпей, у тебя ноль рассудок, сейчас опять атака будет. Да мне вообще поебать. Гарри Ли, лох ебаный, Гарри Ли, дай мне знак, дай мне знак. Да не кричи, не кричи. Гарри Ли, дай мне знак. Где термометр? А где термометр, нахуй? Гарри Ли, дай мне знак, дай мне знак, Гарри Ли, Гарри Ли. Ром, ты помолчи, ты нахуй. Ой, блядь, Макс, меня закрыли тут! Помогите, помогите! Максим, я не хочу умирать, я еще такой молодой! Не надо, пожалуйста! Да ты уебанный, ори, помолчи ты, нахуй! Да ты сын, блядь, уебанный, нахуй, ты орешь! О, боже мой! Охуеть! Ебачу вырла, сука, блядская! Мразь, нахуй! Уебан, Рома, нахуй ты орёшь? Это... Я сейчас вычислю, не переживайте. Фантом, Полтергейст, Мимик. Общее. Улики. Козюлька. Фантом, Макс, фантом. Схуяли. Фантом. Схуяли фантом. Ну потому что минусовой температуры нету, он затриггерился и появился, когда появилась доска Уиджи. Он ее сломал. Почитай описание фантома и все. И let's go. Легко нахуй. Пойдем, я тебе покажу. Че ты покажешь? Вот, видишь? Сломан. Я ее положила, чтобы сфоткать, а он сломал. И после этого убил меня сразу. А что, что? Поехали, я думаю, это фантом. Ну, я боюсь третью улику добывать. Что ты думаешь? Я в Дискорд сказал, что это фантом, блять. Давай я добуду и тебе по рации передам. А значит, атака, то радиоволны будут недоступны. Но тебе надо вот эту штучку черненькую, маленькую, поставить посреди комнаты и смотреть, будет ли ходить через нее призрак или нет. Давай, Ром, похуярил. Камера? Не, вот эту. Ну пошли, ладно, пошли вместе, похуй, все, пошли вместе. Га-га. Пошли. Надо ставить лазерный проектор и камеру, смотрящую на нее, и сидеть в фургоне и смотреть. Надо выключить свет. Вот так вот. Ух, ебать, красиво. Ебло студия Запро дал бой, бой был. Камеру. Что за хуйня? Вроде да. Все, и фургон нахуй. Бэм. О, нормально. Хули так ярко, блять. Еще это. Это моя камера на полу, а твоя на столе. Ну, короче, там подсвечивается зеленая хуйня, и он через нее должен ходить, и такой будет силуэт человека. А ты там уверен, что он тебе просто так будет ходить? Да. Кстати. Одного не выкатили. Вон пробежал, ребят, пробежал. Вон пробежал. Реально пробежал? А да. Нет, там пиздец. Да, это фантом. А что еще? Что еще будет? Что еще может быть? Может быть. Сейчас быстро. Мне кажется, что может быть минусовая температура, либо ЕМП. Минусовая температура еще у другого призрака подошла бы и у записи ЕМП в блокноте. Подойдет? А ты записи в блокноте да. Не смотрел, когда мы только что... Юль, у тебя рассудок маленький. Не, я это посмотрю. А тут таблеток нет уже. Я это посмотрю. Все, Ром, тебе пизда, Ромчик. А где блокнот, где блокнот? На столе справа. А термометра у тебя нет? Чего нет? Термометра у тебя нет? Ну, не, по идее, это не минусовая, потому что у нас бы пар бы с рта обошел, если бы там были. Нахуй ты ебало вниз опустил, блядь, сука, придурок. Не понял. А, это ты, извини. Я стою, смотрю, а что? Смешно выглядит? Он ебанул роспись в блокноте. Да, ебать, он в блокноте написал. Чего? Давай, это значит у нас... А, Лерон, ебать ты лошара ебаная. Это Полтергейст. В смысле, он мне не писал, что он в этом... А вот теперь написал.
А если бы я не вернулся, ебать? А если бы я не вернулся, то что? Ну да. Ром! Сидели бы и ждали. Ром, ты герой просто, блядь. Спасибо, погнали. Поехали. А я не могу. О, могу. Дайте выйти. Да, полтергейст. Чё? Легко, нахуй. А чё, $30-то всего? А вот умирать надо было. Пизде... Я не сомневалась, что это фантом, потому Ром! Что я принесла доску Уиджи, и он ее сразу разъебал и напал на меня за это. И в блокноте я просила его написать, он ничего не писал. Минусовый, а ты, наверное, установила доску Уиджи, и надо было с ним поздороваться и попрощаться. А, попрощаться обязательно, охуеть. Ага. Ты сказала, положи, но... Может, ему еще хуя сосать? Я ее положила, я ее не трогала, я не активировала. То есть она просто мне, ну, на пол ее бросила, и он в этот момент на меня напал. А как? Да. А где мячик? И из-за того, что он ничего не писал в блокноте, там подходил фантом, потому что затриггерился на доску. Лови. Давай. Раз, давай. Два, три. Я готов. А мы не купили ничего, да? Не, мы купили все. Что нам еще надо? У меня написано 1, 2, 1, 4, 1, 2, 2, 2. Это нормально? Чё, будь здоров. Посмотри наверх. Ну, а чтобы Рома тоже добавил то, что вот был на прошлую с нами брал. О. У меня ничего нету. Я добавил. Ебать чудище, блядь. О, у меня есть вот так. Я ещё добавил. Ага. Чё, надо ещё добавить? Хуй знает. У нас блокнот всего один, вроде бы. А, ну, хотя он больше не нужен. Да. О, я неоновую палочку. Да, неоновую палочку добавила. Всё. Я полезная. Рэди, нажми, Макс. И секс-тичер. Я рэди. Бля, что за ник секс-тичер? Секс-учитель, бля, что за еблон? Это инсайдер, наверное. Ой, блядь. Макс, возможно, это, конечно, хорошо, но когда же прятки в CSGO, мы как бы неделю уже ждем. Какие прятки CSGO, блядь, их никому не нужны, никто их не ждет, ни один человек из чата. Здорово, Кристиночка. Реально, вы ждете прятки Counter-Strike? Реально? Вы реально хотите, чтобы я их сделал? Ай, бля, Макс, я что-то слышал. Че? Не было в голове, нахуй, предсказать. Макс, я говорю, этот, вы тоже представляете секс Мирон Брон и инсайдера, и вам как-то не по себе становится, но стесняетесь. Почему? Ты зашел в комнату, когда мама с папой ебутся. Не знаю, мне кажется, инсайдер только так пальчик в попу Лере вставляет. Наоборот. А потом облизывает. Блядь, ха-ха. Да дверь как открыть-то нахуй? Алло, блядь, открывай, сын мамы классный. Ключи не взяешь, ты ломишься, да, сука, домушник ебаный. А как, какие ключи? Открывай, блядь. Открывай, долбоёб. Компа. Чё, ёбаный в рот. Открывай, грабить ключи. Держи, спасибо. Как его зовут, как его зовут? Гэри Мерч или Марш, я не понял. Гэри Марш, Гэри Мерч. Ставлю очко, что он здесь. А, не, он Кенни Марш. Ставлю очко, что он в подвале. Кенни Марш. Керри Марш. Кенни Марш, ты ебал Лерон Барон? О, свет! Макс, а Юля тебе большой палец в попу пихала и крутила, как шашлык на вертеле. Кто это написал, блядь? Что вы пишете? За что? Нет, конечно. Я запрещаю даже мохнатую попку свою трогать, нахуй. Кенни Марш, дай мне знак. Да. Хз, я хожу, яички собираю, мне похуй. А что такой домик маленький? Двухэтажный. Чё? А, ебать! Он вот тут ставлю свое очко. Кенни Марш, дай мне знак. Алло, компьютер врубай, сука. Юля, я юзаю! Дай, 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 дай. Я нашел косточку. Давай. Ай, сейчас, надо сфоткать. Давай.
А что надо сделать, Тёма? Куда ты на улицу пошел? Тихо, тихо. Юзай? Юзай. Юзай. Где-то? Он где? В комнате Роме. Все, охота на Макса пошла, прячься! Это Рому убили, что ли? Рому убили. Это вы его затриггерили, уёбки? Не, Ром. Один Рома. Может, это Рома тоже? Я не ответь, ты старый или молодой? Подожди, он разве не с ванной был? Нам разве не ванную показывали, да, Макс? Эту комнату, да? Да, вот эту показывали. А кто мне спиздил ЕМП? Рамусь. Рамусь, живи вечно, друг. Дай бог тебе всего самого светлого, блять. Что вы, я пишете? Верните, сука. О! Макс, того, что ты занял зеркало, тебе ноль рассудка, если что. Ой. Где выход, блядь? Будешь жить вечно, но не ты. Иди нахуй. А, надо заюзать что-то. Фазму играть? Не, Майнкрафт. Так. А ЕМП чекали? Нет, нет у меня ЕМП. Возьми ЕМП. Я взяла. Призрак, сколько тебе лет? Ты старый? Есть призрачный огонек, если что. Призрак, ты старый? О, отпечатки, 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 фотка. У меня фотик нету. Похуй. У меня тоже нету. Прям заебали отпечатки, призрач... Ой. О, ЕМП сколько? 2 ЕМП вот так. Нахуй тут так темно, я не понимаю. ЕМП нету. Надо блокнотик ебануть. Красава. Оп, сюда нахуй книжечку. Нахуй все гусеницы тагайте, блять. Она что, проститутка? Если наслышишь. А где блокнот? Напиши что-нибудь в блокноте. А вот тут. Напиши что-то в блокноте, если ты нас слышишь. Напиши что-то в блокноте, если ты нас слышишь. Алло, сын бляди. Я отпечатки сфоткала. Так, у нас две улики. Призрачный огонек. Где выход? Напиши что-то в блокноте, если... Напиши что-то в блокноте. Надо радиоприемник есть? О, этот лазерный проектор только что был. Ёбаный в рот. Все, лазерный проектор. Ой, бля, куда идти-то нахуй? Не,
Не меня, пожалуйста, не меня, 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 не меня. Нахуй ты этого кота танцующего скинул? Не меня, не меня, не меня, не меня, не меня, не... Всё. Атака закончилась. А, прям перед ебальником дверь захлопнулась, я офигела. Всё, выебали? Ну это банша получается. Да-да-да, банша, выбирай, выбирай. Если мне не показался лазерный проектор, скорее всего, не показался. Всё, поехали. Мне сначала он показался у себя, потом постреляла у тебя на стриме, как раз там задержка была 2 секунды, и не, тоже край. Не меня, 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 не. Да, вот. Да, о! Макс про наркотики. Давай меня продали, нахуй, что это вообще было, блядь? Бля, мы активировали проклятое зеркало. Сюда, нахуй! Комнату, и сразу же зеркало лопнуло, и началась атака, а ты был прям... Да, я как раз вам этот говорил. Если что, он как раз говорил, он у меня, скорее всего, типа, у меня... А ты слышал, когда я говорил, что я он у тебя? У Юли 156 левел! Чего, блядь? Это вообще пизда. Что надо добавить? Юль, сколько у тебя часов в игре, Юль? Сейчас посмотрю. 1447. Я добавил все, что у меня было. Скажите, что купить. 75 часов. Попиздите в чате, я по-быстренькому пописываю. Пописывай. Эй, чат. Эй, чат. Юля, ты придешь ко мне завтра на Among Us? Не хочу просто пиариться, что у меня завтра Among Us 15.00. У меня завтра ногти в это время. Слушай, ну ногти можно перенести, в принципе. Да, я их перенесла уже сегодня, потому что к Максу пошла. Ну, слушай, ну ладно. Значит, ногти важнее дружбы. Ну, я, в принципе, так и думал. Роман, ты... Ты же свою челку не перенес, когда я звала. Пиздец, Макривский уебан. За что? Че, Макривский уебан? Не знаю. За что? Там мне купить надо. Макс пошел пыхнуть, если что, а не в туалет. Как-то легко нам дается, мы все угадываем. Ну, в прошлый раз, сука, фантом меня так это сбил. Ну, проклятые предметы сразу триггерят призраков. Ну, я почему-то не... не была же проклята. Ну... Там в описании, что чел на доску Виджи именно этот, триггерится. Ну ты, по идее, на ЛКМ ее положила, а не на G кинула. Нет, на G, я кинула на G. На G. Да, не да, знаю. Да, я точно кинула на G. А что с квартира? Я рассказывала уже. А расскажи еще раз. А все. Вам прислали подарок. Feeling to the fisting. Чего нахуй? Чё это за игра? Так, Марк сегодня идём. А, опа, СПС. Ой, фистинг. Фитинг. Я хуй знаю, что за говно там, блядь. Так, чё мне надо купить ещё, друзья? Не знаю, скажите, что мне надо купить, мне тоже бабок. Теперь срать хочу. Нельзя смотреть в зеркало больше 5 секунд, или, иначе оно треснет, будет охота. А чё, можно отменить зеркало, блядь? Я этого не знал, извините. Может выкинуть из рук. Макс про наркотики клип там. Макс, а ну-ка открой. Дай посмотрю. Спасибо огромное за платную подписку на канал. А у меня $500, я тоже могу что-то купить. У нас в целом все есть, если я... А, ну если что. Ну сейчас Рома добавил, да, все, что у него было? Юля, я юзаю! Дай! Долбоеб какой-то нахуй заклипал. Фотокамеру, наверное. Да. Что еще там? А зачем вы на каждое слово, которое я повторяю больше двух раз, начинаете кота этого кидать? Так у нас все есть вроде, нет? А зачем мне новая палочка нужна? Это я добавила, это мое. А зачем нужна? Тебе, да, тебя это ебет, нужна? Роман? Ну это то, что у меня было. Можно, пожалуйста, да. Не булить и просто... Ну. Извини, я в туалет, быстро. Да, у нас как раз игра началась. Сейчас я ебану по-быстренькому.
Как пыхнул, Макс? Кого пыхнул? Я просто писать ходил, блядь, Ром, ну что ты хуйню несешь? Юля, Юля внезапно за тобой тоже пошла писать. Угу, якобы писать, да? Блядь. У нас там ничего нет, кроме туалета. Скажите, что цыганочку решили сыграть. Что такое цыганочка? Ну, когда по очереди друг другу передаете вот так. Че? Не знаешь? Не, я первый раз... Я первый раз об этом слышу, блядь. Пук. 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 Сфотографировать призрак, увидеть следы призрака на рассыпанной соли, найти доказательство присутствия призрака ЕМП. Сюда, нахуй. Бля, ненавижу этот дом, ебаный, блядь. Взяли ключи? Смотрите, с первого раза иду в комнату, где призрак. Скриншотте, скриншотте просто. Просто заскриньте эту хуйню. С нулевой иду, где призрак. Фоткайте. Смотрите. Дай знак. 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 Чего? Ебать яйцо нахуй. Ебать там яичко нахуй. Кого? Дай знак, дай знак. О! Свет. Роберт Дауни младший. Дай знак. Дай знак, если мама не проститутка. Что, кто? Что, кто, блядь? Роберт, младший, блядь. Она тут, пук, не тут. А, я понял, блядь, вот тут она, тварь, блядь. Да, да. Че? Тут. Опа! Опа, ебать, это что такое? Кто тут, сука, дебоширил, гондон? Чьи, сука, плавки слетели здесь? Ваня купался. Кто, сука, мои? Вонючие, нахуй. Ну кто, сука, разбрасывает вещи, блядь, в стиралку за блю? Чего? Призрак, если ты меня слышишь, дай мне в рот. Ром, иди нахуй. Чего? Ряд, может, вместо фазмофобии в казино пойдем? О, чё, как нахуй? Да, о, тут никто не был, он здесь вот. Чё это за хуйня? Макс, как тебе идея на вас здесь сейчас подрубить? Кстати, можно нахуй. Ну, не я буду стримить, конечно. Дай мне знак, сын твари, блядь, где ты нахуй? Алло, уебище. Максидир? А. Чел пишет, плюс чат, если хотите, тикток. Да пойдем в ТикТок, сейчас еще пару каток сыграем и пойдем в ТикТок, заебете.
И донатики включим, блядь. Слышишь? Да-да-да. Добавь в лику минусовую температуру. А ты где его нашла, минусовую? Вот, вот тут пойдем. А, так я ходил сюда. На Инсибиши. Видишь, ЕМП загорает. Она передвигается, походу. Нэнси, ты где? Блять, а где она нахуй, проститутка, блять? Я не знаю. Хватит перемещаться, блять, проститутка. Она заебала реально. Она двигается, потому что здесь постоянно разная была температура. Нэнси, дай знак. Команда, привет. Замуть. У Кати Клэп 1% рассудка. Ты что там делал? Замуть в Дискорде, не ори. А, привет. Дай знак. Кто это стоит, нахуй? Выпей таблеточки. Минус 7 было? А где было минус 7? О, ебать, а где у меня минус 7 было последний раз? А таблеток нет! Макс. Да-да. У нас крыса в коллекции, иди сюда. Че? Я на всякий случай эту поставку перенес чуть-чуть. А-а-а. Спасибо, Рамусь. Только не пали. Хорошо. Чуть-чуть вкинулся. Им тоже не давай. Сколько у меня? Надо еще. Давай все вкинем. Давай. Давай, последнее твое. Вер, нашли комнату? Все, погнали. Перемещается, говоришь? Ты не говоришь в рацию, я тебя не слышу. Вэй... Это просто говорить, а Б это в рацию. А, минус 7, да, она здесь. Все, вижу. Прям да, здесь, в коридоре? Да, минус 9 в коридоре. Ответь что-нибудь, пожалуйста. Сейчас. Сколько тебе лет? Как поставить? Как книжку поставить? Пи? Чё? Что вы пишете, блять? Осуждаю. Полностью осуждаю. Ой, блять, что это за фалос нахуй? На нахуй. Балит нихуя за что, блять? Ну теперь попа болит, Макс. Какуля большая вылезла? Ну такая жесткая. Жесткая какуля? Фу, у тебя черкаш на жопе, блять. Блять, ну придется анулингус тебе опять делать, Макс. Давай не пизди нахуй. Че, нарисовал что-то блокнуть? Нет. Ты меня слышишь? Нэнси, ёбни запретку в блокноте. Нэнси, дай знак, если ты меня слышишь. Нэнси, чего вы взяли, что она тут? Нэнси, дай знак, если ты меня слышишь. Нэнси. А как ты ставишь? Как ты поставила книжку еще раз? Ааа, вот она, ебанутая! Нэнси, дай знак, если ты слышишь. А чего блокнот убрал? Она себя проявила. Ебать. Нэнси, напиши что-нибудь в блокноте. Нэнси, напиши что-нибудь в блокноте. Где, сука, ЕМП? Дайте ЕМП, посмотрите ЕМП. А. Отпечатки здесь. Есть фотик? Нет, нету фотика. Я пошла за фотик. Там. Что, где там? Нэнси, напиши что-нибудь в блокноте. Суки, блять. Нэнси, Бишоп, напиши. У нас есть минусовая и... Что тут моргает, нахуй? Шеф, когда я РЛ семейства Шурпатовых, ну ты спроси у семейства Шурпатовых, когда я РЛ, блять. Я-то только за, нахуй. Ром, ты дам еще на втором? Так, это нахуй не надо. Это тоже похуй. Я вижу, да, блядь, камера из рук валивается, нахуй. Ой, блядь, опять. А что я ползу, как ебать мышь, а?
А что за что панит? Прочти, мама умрет, скопировал, мама не умрет. Атака, атака, атака. Блять, Лерон пизда, таблетки не выпила. Атака закончилась. А во, она где-то тут откинулась. Жаль, Лерон прекрасный стример был. Жалко умер. Че, Лерон уебали или что там? Да, да, да. Я нашел ее, я нашел ее, лежит тут. Леру где? На первом, на втором? На первом. Сейчас сфоткаю труп. А как крутить камеру, блять? Что? Как ее поставить нормально? А на что крутить камеру? Ебать, соли доводят до хуевого состояния. А, тю. Уйдите все на первый этаж, дайте... Закончилось. Уйдите все на первый этаж, дайте с ней поговорю. Сейчас я отпечатки сфоткаю. Атака. Ой, ебать, это атака? Нет. Да. Это не атака? Атака. Нет, не мерцает фонарь. Ой, а теперь атака. Блять, Нэнси пазл. Ой, стамина, стамина, помогите. Юля, она за нами, я закрываю дверь. Ты где? Юля, блять. Ты хорошая подруга, я сечу, блять. Юля, я сечу тут. Она в другую часть дома пошла. Сокрома, обосрышь. Что у меня за название? Потеряли пацана, и она его забрала. Ой. Чего? Максюша, ты живой? Да, да, Рамусь. Фух, я очень рад. Ты видел, как Юля... Ты видел, как Юля сразу побежала от тебя? Ром, спусти... Они убили Рому. Сволочи. Макс, что делаем? Ну... Ну, последний вариант — это поговорить с призраком через радио. Если не ответит, то гадать. Если ответит, то заебись. Ну, иди разговаривай, у меня много ресов. Как его зовут? Можешь без имени, просто к призраку обращаться. Призрак, ты меня слышишь? Призрак, ответь, если ты меня слышишь. Сколько тебе лет? Ты в этом доме живешь? Нет, блядь, в соседнем. Ты меня слышишь? Сколько людей ты убил? У меня здесь минусовая температура, пар со рта пошел, она мне дыхнула на ухо. Дай мне знак, 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 прыви, 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 прыви. Атака, беги, беги. Бабка ебаная, шлюха ебаная, в пизду, блядь! Проститутка ты, сука, балетина ебаная! Сука, это было очень смешно. Очень смешно, блядь. А кто в итоге ладно. Живой остался? Смотрите, смотрите, показываю ВАК. Демон, Ханту, Мимик, Джин. Это... Джин, Ханту, Демон. Джин, Ханту, Демон. Джин. 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 Джин будет перемещаться быстрее, если жертва находится далеко. Слабосовый, то есть электричный. Джин, Ханту... Демон. Демоны боятся, распятие будет менее агрессивно. Демон находится чаще всего всех остальных видов. Джин, Ханту, Демон. Джин, Ханту. На холоде Ханту может передвигаться быстрее, Ханту будет двигаться медленнее, когда в помещении тепло. Ставлю очко, что это... Ставить.
Ставлю очко, что это демон. Ну, минусовая температура, все-таки рук. При этом нет радиоприемника, записи и геймплей. А, записи... Сейчас я вернусь, это посмотрю в блокноте, что-то есть. Отпечатки рук, призрачный огонек, минусовая температура. Отпечатки были, призрачный огонек, джин, ЕМП. Короче, это мимик. Ребят, это мимик. Не, она нихуя не написала. Ребят, это мимик. Хорошо, я в ханту. Идиот, это ханту, ладно. Хорошо. Хорошо, ханту, это ханту. Че, своего мнения нету, ты заложник чата? Нет, потому что сейчас, потому что они баллы поставили. Они сейчас, я так, сейчас, чё? Так половина в любом случае поставила, что ты не угадаешь. И кто-то в любом случае будет в проигрыше. А, поехали. Давай, поехали, запускай. Давай. Ебаный призрак, сука, бабка, блядь, ошалевшая, она такая быстрая. Пиздец, она вообще что-то... А, это Джин, вообще. Да как? Чё? Ханту, блядь! А Джин, так это ЕМП должно быть с 5, походу. Какой ханту, блядь? Хеблана. Ты вообще мимик говорил. Да, и ЕМП не было. Он говорил мимик, я поставила демон, вы выбрали ханту, а у нас Джин оказался, сука. Макс, у тебя тут две парочки, Хару и Хома, гусеница и фуртаняня. Заебись. Че, последнюю карту какую-нибудь пойдем? Да, да, пошлите в ластовый сыграем, и я попиздочу тиктоки смотреть. А то если я сегодня не посмотрю тиктоки, они меня в рот выебут, блять. Ты же уже на стриме урога смотрел. Я постоянно смотрю тиктоки, блять. Что-то добавить надо? Я куплю. Уже. Что уже, блядь, в рот меня выебали, да? Не пизди, блядь. Реди. Надо что-то купить или все куплено? Да куплено вроде. А кто-то из чата играет в Overwatch? Алло. Алло, кукурику. Блин, я сейчас не уверена, что у нас 12. А Реди секс тичер не нажал. Я? Пиздоболы. Я играю. Когда тиктоки? Бля, может мне просто ключ трансляции вам в чат скинуть? Вы сами тиктоки постримите? Я так чисто пойду поиграю. Макс, можешь подарить имморталку за новинку за 700 рублей? Да, могу подарить. Го? Заебись. Кому еще имморталку за 700 рублей подарить? Не, Стас, если тебе реально надо, я тебе могу подарить, просто не знаю, как в Steam донатить. Через Киви, через Казахстан. Если меня убивает первым призрак, первым призрак, то я смотрю один тикток Яроса полностью. Зажечь благовоние, блять, сука. Сейчас вот это сделаю. Определите приз, зажечь благовоние. Да похуй на задание вообще. Показываю ВАК номер 2. Холи Хантли ты тут или нет? Холи Хантли ты тут? Дай мне знак. Запретку ебашит? Да. Дай мне знак, дай мне в рот. Я запрещаю писать перекличка курьеров Шадукека. У меня нет никаких курьеров, блять. Все курьеры это не мои курьеры. Что мигает, блядь? Ром, ну не мигай. Че? Минусовая была, Где, вот тут? Где минус? Да, вот здесь была минус. На кухне? Вот тут на выход. Вот, минус 3 здесь. Поле, да. На первом этаже кухня. Дура, первый этаж кухня! Минусовая, она здесь, Холли, дай знак.
Я тебя за... У меня 3 градуса здесь всего. Минус пол, ну минус 5. Вот, я стою минус 5, у меня аж пара за... Чего? Всё, 14 градусов. Опять, сука, перемещает. О, 0,1. 0,7. Минус 6. 3. 2,8. Минус 1,7, все, доказано. Минус 2. Минус 4, вот. ЕМП, ЕМП здесь, в проеме, в проеме, в проеме, в проеме, ЕМП, в проеме, ЕМП, пук. Да, я знаю. Холи ханты, да, я знаю. Нави, НТ сегодня Нави играли? Атака, что ли? Да. Когда? Только что? Они проебали уже Нави? Да? Отпечатки пальцев! Ебал свою нахуй. Ку. Рейд от Юички? О, кого? Как поставить ебаную книжку? Сколько ЕМП? Коли Хантли, напиши что-то. Коли Хантли, напиши что-то в блокноте, или ты проститутка? Я проститутка. Я, блять. Коли Хантли, напиши что-то в блокноте. Это фейк, это фейк, это фейк, это дипфейк, это дипфейк, это дипфейк. Я хочу на баре, там молю туз. Заберите меня на Deep House, я здесь исну и там проснусь. Пари-ури-ари, пари-рури, пари-пури-ру-рум. Напиши что-то в блокноте, пожалуйста, если у тебя мама проститутка. Напиши что-то в блокноте, если у тебя мама прекрасная женщина. Напиши что-то... А, чего? Напиши что-то просто... Пойду с радио поговорю ей. Дайте радио! У меня есть. О, реально, Дашунтель, спасибо огромное за рейдик. Спасибо огромное, солнышко, спасибо, Дашунтель. Да, дай мне радио, нахуй, Рамусь. У меня есть. Ну да, я поговорю, спасибо огромное. Всем привет, спасибо вам. Ребята, мы... Спасибо огромное, Дашудиль, за рейд. Спасибо. Рейд от отца Гаечки. Какого отца Гаечки, блять? Не знаю. Уйди отсюда, уйди отсюда, уйдите отсюда, дайте я с ней поговорю. А, ну давай пробуешь. Ну я солнышко, чтобы Лана не отвечала. На. Дай мне знак. Ты меня слышишь? Сколько тебе лет? Сколько ты убила людей? Ты меня слышишь? Дай мне знак. Ты меня слышишь? Ответь, как тебя зовут? Лоли Хантли. Скольких людей ты убила? Лоли Хантли, ты взрослая или молодая? Она Холли. Лоли, ты... Лоли Хантер, ты взрослая или старая? Лоли... Лоли Хантл. Лоли Хантл. Блядь, что нахуй? Какой Лоли Хантер вообще, блядь? Чё? Его реально так зовут, блядь? Чё? А, Холли Хантли! Лоли Хантер, блядь! Ром, ты еблан, её зовут Холли Хантли, а не Лоли Хантер, блядь. Ты давно я тебе говорил, что она так и называется Холли Хантли, ты говоришь, что Лоли Хантер. Ой, я косточку нашла, блядь. Макс, давай уедем просто от них. Уедем, не, Ром. Сейчас, погоди. Чё, ну поговорим?
Что это, блядь, за микрофон? Пойдем пофоткаемся. Пошли. Сфоткай меня сейчас. Вот сейчас типа загадочник, как ты идешь в дверь? Не-не, пошли там, пошли там. Понял, понял. Ром, сфоткай меня перед будущими смертниками. Давай, давай. Возьми вот это еще, возьми, слышь, вот это для декора. Старая. Фоткай. Коля, сколько тебе лет? Ой, стоп, сейчас, сейчас, фотка. Ага, спасибо. Блядь, призрак АФК нахуй. Коля, подвинь гаишник ключ, если ты меня слышишь. Коля, напиши что-то в чат. Ой, в блокнот. Коля, реально, ебали запретку в чат, нахуй, осуждаю. Коля, напиши что-то в блокноте. Коля, напиши что-то в блокноте. Не собирать по буквам, нахуй. Я включила. Я иду, Елёк, Писелёк, я иду, 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 охота. Дай. Я выкинула его для лестницы внизу. Нет, пожалуйста, не убивай твари, бана. Она никого не убила? Она еще за мной шла. А, вот, сдохла лошара. А, где? А как кукла... как кукловоду использовать? Надо поиголать. Все, и отпекать, и идти в сторону... этого, звуков. Блядь, она пришла на меня и думала, что это вот... Ты воткнул иголочку? Короче, на блокнот спишь. А как воткнуть иголочку? ЕФ потыкай, не? Не-не-не. ПКМ. Не-не-не. Как воткнуть? А. Поли Хантри. Ху. Друзья, куда вы убегаете от меня? Где вы? Мама! Помоги, нет, Макс, нет, защити нет. Меня! Да иди нахуй, Ром, ну пожалуйста, иди! Да ты убьёшься! Ебало! Пошёл ты нахуй, заебал! Он опять Макса продал, блять, Рома! Блять, какой это раз уже, ёбаный в рот, ну заебёт! Что, Ром, смешно? Да, да, я тоже говорю, он что-то меня еще обвиняет, пиздец. Ну, короче, ЕМП 5 не было вообще. Первое сообщение в чате. Нахуя у Шадукека на Ави написано Шадукек? Мы что, не знаем, что он Шадукек? Остался последний. Короче, блять, все. Короче, в блокноте она не писала. В блокноте она, да. Не отвечала. Согласен, Рамусь. ЕМП 5 не было. Не факт. Нет, не факт. Это Джин. Не было, в смысле, я, блядь, бегал с ним. Так, сейчас улики, а, призраки. Джин, Ханту. Ну это Ханту. А, Джин. Юра и Ханту. А что у вас еще было? Подождите, какие у вас... Минусовые отпечатки. А, отпечатки были? Да. Лера первая умерла, если что. Ну, все, я в Ханту, ебашу. Я сдохла первая. Я первая сдохла. Так. Да ты в каждой катке вроде первая, кстати, умираешь. Так нет, ты начала орать, чтобы тебя спасти, Ханту. А я хотела... Призрачный огонек, мясо температуры. Призрак, как они видели. Лера, это вообще лучше. Джин, 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 Джин. ЕМП. Короче, ребята, еще это Ханту. Ставлю свое очко дырявое, ебаное. Хорошо, все. Поехали. Поехали. Юлечка, стартуем? Может, да, это призрачный огонек. Я только что увидела Ханту. Ой, это я только что увидела призрачный огонек, вон летит, видишь? Да, 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 я сказал Ханту. Алло. Найс. Ханту. Сюда нахуй, да. Да. Где моя еда? Ух. Я заказала... Кайф. Сука, не стучи. Кто стучит? Я не стучу, блять. Ой.
Все, спасибо, ребят, что пришли. Да, спасибо, спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Пойду замучусь, с ребятами пообщаюсь. Нужно давай по-английски говорить с ней. Вы правда хотите тиктоки? Вы реально хотите тики-токи? Лайк. Like.